Всем привет! В этом обзоре речь пойдет о подсумке M2 Waste Pack. Этот подсумок из серии Waste Pack. Как понятно из названия, эти подсумки предназначены для ношения на поясе. Серия Waste Pack — это небольшие сумочки, подсумки, именно предназначенные как поясные, то есть для какого-то минимального EDC набора, как служебные сумочки. И также большинство этих сумок от MaxPedition можно, разумеется, носить и на разгрузочном жилете в качестве обычных подсумков. Ну или на любом другом снаряжении, там рюкзаке, сумке, то есть все это предусмотрено. И при этом для пояса, здесь для ремня, есть вот такое вот пространство. Размеры этого подсумка 13,5 по высоте, в ширину подсумок 9 см и по толщине подсумок 7,5 см. Как видите, он довольно-таки компактный. Конечно, здесь вертикальная компоновка, она иногда может быть не совсем удобна. Я лично для пояса предпочитаю, например, горизонтальные компоновки. Лично мне так более удобно. Но при этом в вертикальной компоновке тоже есть некоторые плюсы. Итак, приступим к осмотру всех кармашков. В передней части подсумка есть большой карман, практически на всю высоту, глубину подсумка. И он закрывается на фастекс регулируемый. В этот карман запросто размещаются различные мелкие предметы. Идеально подходят под мобильные телефоны, смартфоны, карманные компьютеры. Ну, что-то такое. Возможно, влезет очень маленький GPS-навигатор. Что можно сказать? Ну, в принципе, фиксируется надежно, точно ничего не потеряется. Все-таки это застежка Fastex. А также здесь есть такие вот два слота под ручки. То, что их два, это очень удобно, потому что, как видите, здесь можно разместить, например, ручку-фонарик или просто маленький узенький фонарик. И плюс можно разместить вот такую вот тактическую ручку, которая пишет. То есть получается, что можно и фонарик разместить, и ручку. И при этом оба два девайса могут играть роль оружия для самообороны. В задней части подсумка карманов нет, есть только моли крепления для фиксации на разгрузке. Ну и, конечно же, вот это вот отделение под ремень поясной. Оно, как видите, широкое, это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что влезет любой ремень, но плохо, потому что, возможно, если подсумок будет не сильно загружен, он будет болтаться, если вы будете, например, эти ручки вынимать быстро. Кого-то это может раздражать. Как видите, все швы здесь в силовых местах двойные. Здесь, 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 везде швы двойные. В целом все просто. Основное отделение закрывается на молнию, а молния, как видите, на двух бегунках, этот и этот. У этого почему-то прямо с завода отсутствует прокорд. Для меня это не проблема, хотя все равно неприятно, что производитель допустил такую оплошность. У меня прокорда навалом, попозже прицеплю просто небольшой отрезок. В основном отделении, как видите, места не так уж много, но и не совсем уж мало. Во-первых, здесь, как видите, уже есть небольшое отделение здесь. В него влазят небольшие мультитулы или, например, нож. Здесь, например, зажигалка. Здесь есть также кармашек побольше на этой стеночке. Влазит Leatherman Wave. При этом карман достаточно большой, влезет и мультитул побольше, например, Leatherman Sarge. В целом отделение вот такое вот, достаточно объемное. И как видите, при том, что здесь был и Leatherman Sarge, и, допустим, зажигалка или, возможно, нож можно положить, при этом остается еще небольшое маленькое пространство. Его можно использовать для каких-то мелочей, которые бывают у человека. Там, например, я не курю, но предполагаю, что, возможно, здесь пачка сигарет поместится, там еще какая-то мелочевка такая, которая бывает нужна. Ну, то есть, в принципе, подсумок простой и очень функциональный. Если прицепить подсумок на пояс, то он будет выглядеть вот так. Ну или с этой стороны вот так. Как видите, он довольно-таки объемный, но он все равно гораздо меньше, чем подсумок М5. То есть его уже можно более-менее таскать в повседневной жизни, а не только на службе.
Ну и при этом, допустим, если носить здесь, то доступ быстрый. Ко всем отделениям доступ есть. И если, например, его открыть, то здесь также доступ будет довольно-таки удобный. В целом могу сказать, что подсумок мне понравился. Он довольно-таки удобный, компактный и при этом универсальный. Документы и, например, кошелек в этот подсумок, конечно, не положишь, но я думаю, их без проблем можно носить во внутреннем кармане куртки, например, или в кармане рубашки, а этот подсумок именно использовать для переноски вот подобных вещей. К сожалению, на сайте Maxpedition он стоит $25. Для такого маленького подсумка, я считаю, это многовато. Но Maxpedition цены, как известно, всегда чуть выше, чем у остальных производителей. Поэтому я думаю, что можно поискать аналоги от китайских производителей, от отечественных производителей. Думаю, что-то подобное должно быть и у них, потому что на продукции Maxpedition очень часто делают свои копии, свои реплики. Поэтому, я думаю, можно попробовать поискать. А на этом обзор можно закончить. Всем спасибо за внимание. Всем пока.